Привет всем! Едем из Куйбышева. И вот такие вот полянки здесь. Скосили уже. Здесь был овес и горох. Сейчас даже покажу. Такой вот овес. И вот такой вот горошек. Уже сухой. Вот убрали. У нас стоит жаркая погода, поэтому все очень быстро сохнет. И вот дальше тоже приехали, остановились. Так вот красиво цветут и цветочки, и ромашка, и другие цветочки. И вот такие вот поля пшеницы засеяны. Какая пшеница. Такие вот колоски. Уже скоро, наверное, будет убирать, она уже вся сухая. Кузнечики стрекочет. Машина ездит. И вот такие вот поля. Такие вот колоски. Такие далеко-далеко большие поля. Это не два лебедя. И уточки. Вот они плавают. Целая семейка уточек. Разрывают тину. Поплыли в камыши. Это речка или что это? Болото. Болото? Цапли стоят на болоте. Вон они, цапли. Тут их увидел. Одна полетела, да? Ага, вот они. Вторая полетела. Вот села. Угу. Их там вдалеке он еще есть. О, еще одна. Все улетело. Цапля. Вот сколько ворон полетело. Тут сидят несколько штучек осталось. Таких вот ворон. Жарко им рот разинули. Какие сидят
Носы, клювы у них такие. Ты грач. Ты же говоришь, что вороны. Ты грач. А что сказал, что вороны? Нос белый. Грачи прилетели. Вот еще две уточки плывут. Не боятся, любопытные. Это, наверное, молодые? Но. Вот такие вот поля. Уже что-то процвело, что-то еще маленько цветет. Вдалеке озеро виднеется. И вот коровки пасутся. Уже мало их стало. Солнце светит, тучи ходят. Тучка нашла на солнышко. Здесь вот солнышко светит. Вот такое поле растет. Не знаем, что за травка. Спущусь, покажу. Как сухо. Вообще болото сухое. А, птичка вылетела. Я даже не знаю, что это такое. Какая-то гречка или не гречка? Просто, наверное, какой-то. Да, как будто просто. Да. Такое бескрайнее поле. Речка, это точно. Наверное, это просто. Сказали, что вроде бы это такая красота.
Вот следующее поле. Уже что-то посеяно. Все сухо. Сухо, сухо все. А это гречка цветет. Вот такие вот поля гречки. Пчелы здесь летают. Какие-то цветочки цветут. И вот такое поле гречки. Видите, какое большое. Такая вот гречка. Но оно еще цветет, еще нету здесь ничего. В общем, пшеница посеянная, и гречка, и проса. Желтенькие такие цветочки цветут на окраине. И вот опять поле пшеницы. Такой колос. Такие вот колоски. В этом году пшеница хорошая. Здесь прям густое поле. Прошлое было какое-то такое. Не очень. Такие вот поля пшеницы у нас в Новосибирской области. Густая-пригустая пшеничка. Только насажено гречки. Любят у нас гречку все, поэтому много ее и сеют. Ну, еще весь август месяц успеет, наверное, и вызреть. Вот какие синенькие цветочки. Вот еще такое поле. Это опять гречка. Все в гречке. Все в гречке. А вот это поле, где растет овес. Такие вот тоже очень много его засеяли. И сорняков практически нету. Как ветер шумит.
А вот процвел осот. Уже все отцветает. Тут где-то еще немножко цветет. Так уже весь практически процвел. Вот еще такое поле засеяно просом. Такой красивый вокруг лесок. И вот такие поля. В общем, все посеяли. И просо, и гречку, и овес, и пшеница такая. В этом году замечательная. Такой вот зелененький лесочек. Август очень хороший, наверное, будет хорошо убирать запасы, создавать и пшеницы, и других культур. Такая вот красота. Со всех сторон едем, и с каждой стороны что-то посеяно. И как же сухо в этом году, прям сухо-присухо. Дождей совсем нет. Как только все растет. Вот такие вот лежат рулоны. Уже их скатали. Такие вот. Сено такое. Уже все готовое. Сухое, присухое. И вот такое вот их количество. В этом году, конечно, замечательная погода для уборки сена. Такой вот рулончик. Такой рулон даже выше меня ростом. Он такой горячий, теплый, сено такое душистое. Ай, вообще вкуснятина. Коровы будут рады. Значит, погода хорошая, все прямо получилось у них. Убрали они. Хороший собрали урожай. А вот здесь еще цветет мышиный горошек. Еще не высох. Кузнечики стрекочут. Красота. Остался всего один месяц лета, и то уже совсем его крохи остаются. И придет осень к нам. Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Запялили меня на тюк. Хорошее сено нынче, сухое, прямо волшебное, с ароматом. Рекламируешь. Это, с ароматом цветов всяких, трав. Вообще хорошее такое. Сколько тебе заплатили за рекламу? Нет, нисколько. Это просто тюки по дороге. Вот так красиво. Ай, дай, Лёш, помогай. Слазить. Все?
сюда коровок. Зеленую свежую травку есть. И вот доцветают уже последние цветочки, наверное. Какая красотища. Такая сушмень, а цветочки цветут. Там вот такое сенка лежит. А тут вот, где посырее, такая вот красотень. Даже не знаю, как они называются, конечно. Но очень красивые. Будет потом что посмотреть зимой, когда у нас снег ляжет. Так вот такая красота. И вся она заснята. А вот здесь обычно вот этот вьюнок тоже все завил. И вот так вот красиво цветет. Простенький цветочек, но очень красивый. Такая вот речушка Ича. Лилии тоже вот здесь растут, вот цветут прямо сейчас. Такая вот красивая речушечка. Что-то вроде бы это, может, и цветет. Как лилии, да. Вот такая вот речка. Здесь ветерок. На мосту. И вот с этой стороны такой вид. Здесь ловятся щуки и окуни, если ставить сети. Но нам некогда, мы их не ставим. Это нужно сюда приезжать. Ночевать с ночевкой. И очень большие щуки даже ловят. А вот с этой стороны он здесь содержит скот. Вон у него сено там тоже в рулонах кучи. Он себе провел электричество, поставил новый дом. И там у него ферма, наверное, да? Ферма бычков он подращивает, выращивает, потом на мясо сдает.